Он Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. И привет, мои дорогие подписчики, а также гости канала. Сегодня Space Heaven. Как-то на днях подписчица СНК написала про данную игру. Вот, ну и не прошло, так сказать, да, и года, как я, в общем-то, решил ее немного показать. Да, я уже, как говорится, на одном из стриме говорил, что я ее со временем, естественно, покажу. Ну, потому что я посмотрел, действительно, такая прикольная какая игрушка, вот, и почему бы нет, да, если кто о ней не знает, еще вот узнают и непосредственно будем... Да, играть. Так, сложный сценарий. Так, а как тут выбор? Угу. Значит, ну, стандартный сценарий. База конструкции. Это ваш экипаж из 4 человек покинул Землю. Звездная бесконечно ожидает вас. Однако сначала вам предстоит построить корабль. У вас уже есть базовая конструкция. Какие припасы создавать своими руками? Угу. А заброшенная, эта добывающая станция была заброшена во время очередного кризиса, постигшего Землю, и переоборудована в космический верфь. Вам предстоит с нуля построить свой корабль, использующийся в новостные ресурсы, и отправить на встречу. Этот сценарий позволит вам создать собственный уникальный корабль. А в чем тут? Непонятно. Ладненько, давайте начнем с базового. Я не думаю, что там как-то будет... А может быть и как-то будет посложнее, не знаю. Так, а вы можете мне дать как-то по-другому название? Угу. Пишу так, потому что неизвестно, ну, будет работать, не будет с русским, так сказать, да? Так, мирный, ну, это, я так понимаю, уровень сложности и... Играйте на уровне сложности строителей, начальных ресурсов и ресурсов, которые вы можете найти в своем сердце, будет более чем достаточно. Может, некоторые из года, но в целом, по-моему, очень жестоко, да? Давайте средний выберем. А, можно еще немного подкорректировать, да? Угу. А, присутствие инопланетян очень часто. Знаете, часто. Наличие заброшенных кораблей достаточно. Даже, знаете, редко. Вот, наличие заброшенных. Вот, как часто будет встречаться заброшенные корабли. Давайте редко, да, чтобы уже, как говорится, наличие кораблей для... Можно присвоить. Для присвоения очень редко. Ну, так, чтобы, да, непосредственно нам какое-то было... Так, для пиратская коллизия, отношения враг. Так, а здесь что мы можем сделать? А, о, каждый сообщество андроидов, гражданское объединение. Кстати, можно, например, гильдия работорговцев. Опять же, да, можно отношения и... сделать, например, враг, союзник, да, враг, например. Во. Правда, я не знаю, стоит ли это делать. Ну, ладно, давайте так вот начнем, потом уже подумаем. Да, видите, можно непосредственно менять персонажи, названия. Я так думаю, что потом со временем, опять же, можно их поменять, не только в начале игры, да, но и в конце. Так что, если кому интересно, можете написать, да, кто первый напишет, да, предложение, кем он хочет сварить, ну, сварщик, например, пишите сварщика там, да, и все. Вот, и я, если что, переименую, если, опять же, кто захочет. Итак, давайте мы можем... Вы не можете понять, почему члену вашего города требуется столько времени на выздоровление. Возможно, он получил несколько серьезных травм. Окей. Так, что у нас тут имеется? Да, довольно-таки приятненькая такая музыка играет здесь. Так, у нас, собственно говоря, идет подготовка, да? Ага. Так, хорошо. Негде отдохнуть. Последние диваны и стулья. Нет строительного станка для изготовления новых строительных ванн для членов экипажа.
Ага, окей. Так, это мы, получается, у нас что? Изоляция зоны. Ага. Дверь открыта, дверь закрыта. Окей. Я так понимаю, это некий наш корабль, да? Только вот крутить почему-то нельзя. Странно. Почему нельзя крутить, а? Я хочу покрутить. Ну, я, как и, собственно говоря, сейчас первый раз на самом деле открыл это все, поэтому уж извиняюсь, я буду немного, может быть, подтуплять. 25, да, необходимые ресурсы, недостающие ресурсы. А у нас нету их. Вообще нам нужен, я так понимаю, негде задохнуть. Можно, конечно, поставить вот такие вот. Да, но если мы поставим здесь. Ну, давайте им. Сколько у нас? 4 человека. Ну давайте 2 штучки поставим вот так вот, да? Или можно рядышком ставить. Слушайте, давайте вот так вот рядышком поставим. Я не знаю, может быть, они как-то будут. Итак, установка. Значит, у нас камера гиперсна, металлическая койка, кухня. Слушайте, да, мы можем всякие блюда готовить, но у нас опять же нужен музыкальный автомат. О, классно. Но, я так понимаю, нужен нам будет ресурсы. Поэтому, что мы делаем? Нам нужен, я так понимаю, какой-то... для перехода к месту. Ну. А, строительный станок. Угу. Станете строительный станок, это все равно. Окей. Угу. Строительный станок. У меня вопрос, где наш строительный станок? Я вот единственное не могу его пока... А, вот он, строительный станок. Я так понимаю, лучше его где-то, наверное... А, подождите, а это что у нас? Это у нас шаттл, это у нас буревик, ага. Это у нас... Что ты у нас делаешь? Блоки корпуса, так, обзор. Блоки корпуса. Это у нас что? Сердце вашего корабля, предательство стержни. В электричество для снабжения всех систем. Слушайте, классная вещь, конечно. Много всякой всячины. Мне удается поддержать заданную температуру, установить большую температуру. А, 22. А, давайте 15, наверное, вот так вот, да. Хотя, может быть, им опять же, да, будет холодно. Не знаю, ну, начнем, да, начнем с самого главного. Строительный станок. Я так понимаю, вот это склад, и будет у нас, наверное... Ептать, а я опять эти включаю грёбаные... Не привык еще к раскладке. Да, давайте вот так вот мы сделаем. А, так. Подтвердим. Да. Что я подтвердил? А, сейчас они, скорее всего, это, наверное, сделают, да? Давайте. Да, вначале кровать им поставим, потом поставим и станок. Это у нас температурные условия. Да, давайте мы сделаем тогда жизнеобеспечение и терморегулятор, да? Давайте на стены, на стены или у нас же есть, да, на стены, чтобы они, так сказать, не мешали, да, друг другу. А, все равно мешают, да. Ну да, слушайте, как-то, ну давайте вот так вот. Я надеюсь, он будет более-менее. Модификация. Что такое модификация? Отдельное помещение на пол, чтобы изменить отделку. А, отделка помещений здесь даже есть. Надо же, отделка помещений.
Серьезно? Прикольно. Прикольно. Строительство корпуса. Ага. То есть мы, в принципе, можем вот так вот. Или я что-то неправильно сделал? Да, я прошу прощения, это, опять же, если вы знаете что-то, так сказать, сможете нам помочь, то буду рад услышать ваши советы. Итак, что у нас есть? Так, установите генератор кислорода. И установите нейтрализатор... слушайте, ну как? Вот так вот, да? Нейтрализатор газов. Естественно, хорошо, мы здесь установим и генератор кислорода. Ну, рядом с этим термометром пока поставим. Да, музыка, кстати, прикольная. Надеюсь, YouTube не забанит за это. Ага, к электросети. Где у нас электроэнергия? Солнечная панель. Электроузел. Вот так вот, да, мы можем. Ага, сколько это покрыть? Вот он у нас, это напольный электроузел. Угу, я понял. То есть видите, вот либо вот нету середины, либо вот прям впритык, либо. Блин. Почему-то так масштаб херово, да? Тоже не, ты не подключен, а почему? А как тебя можно подключить? Странный, слушайте, странная система, надо тут разбираться, но очень классная, мне уже нравится, если это вызывает геморрой, то я прям. Да, выдранный тип связи. Это у нас односторонняя связь, только перетекает в одном направлении. Так, это двухсторонняя, да? И у нас односторонняя связь. Ну, естественно, мы будем. Или мы можем обрубить. Ну, мы не будем, конечно, обрубать, естественно. Да, и нам нужен будет, получается, еще напольный электроузел, который будет. Так, этот здесь, да, у нас получается. Слушайте, он. Я бы вообще его вот так вот поставил бы. Видите, блин. Угу. И он либо к этому не дотянется, да? Да, слушайте, это интересно. Это интересно. Ну, давайте вот так вот. Но получается, у нас вот этот не подключен, да? Ладно, тогда демонтируем его. Ну, а смысл, да, его там держать? Я не вижу. Хранилище заполнено. Так, электроузел. Этот электроузел снабжает энергией установки лампы в работе сети. Если настроить, да? Подходит для утра с повышенным электроузелом. Да сейчас, сейчас, подожди. Подключить электроузел. Да, сейчас я подключу электроузел, да? Ну, почему ты не... Блин, зараза. Не дал мне дочитать. Хорошо, давай, электроузел, как я тебя должен подключить, а? Так у меня же здесь, была это, да? Показано, что было вроде как соединение. Или я что-то как-то... Или я как-то не врубаюсь, хотя...
Нет задач. Ну, хорошо, давайте его переместим. Не, ну он же дотягивается до суда. Правильно, правильно. Ладно, в общем, демонтируем. Будем задачу, которую нам сказали. Нам нужен электроузел, мне сказали сделать, да? Ну, давайте электроузел и забабахаем. Вообще, я бы склад. Настенный электроузел. Слушай, а давайте-ка мы его. А я уже отсюда демонтаж пошел, да, делать? Фиг с ним. Разобрался, оказывается, нужно тыкнуть сюда и вот сюда вот подвести вот так вот. Хе-хе. Понятно. Ну что ж, ладненько, хоть так разобрался немножечко. Вот. Лампа на стене, лампа обеспечивает, чтобы член объект. Ага. Ну давайте мы им, естественно, комфорт прежде всего. Но у меня на самом деле вот температурный. Я бы, если честно, его бы 26. Вот здесь у него 3 градуса, 1 градус, да? Значит, сюда бы я бы установил. Им вообще здесь не очень комфортно, я так понимаю. 13 градусов, да? 17, 16, 16, 16, 17, да? 18. Ну давайте еще вот здесь вот установим. Потом это мы подсоединим. Да, им нужна мебель, и я бы на самом деле стены сделал бы. Во-первых, дверь, стена, стена, стена. В чем разница? Стена для раздела корабля на зон. Добавьте двери для создания отсеков. Вот интересно, есть какая-то разница между ними? По-моему, никакая, просто цвета, да, или знаете, вот так вот. Значит, здесь мы сделаем вот такой вот. Оп, стоп. Вот так вот. Стена. И здесь будет вот такая вот дверь. Так, хранить негде отдохнуть. Ну, вы сейчас отдохнете, не это, не беспокойтесь. Наверное, вот так вот, да, сделаем. Я перенес же или не? Да, перенес. Владелец. Кто угодно, кто угодно. Непонятно. Назначить. Строительство назначить. А, выберите член экипажа, да? Вот и. Ну вот. Давай, иди. Я надеюсь, он как-то сделает это все. Вот это вот надо херню убирать. Потому что если они будут что-то строить. Или ты вообще демонтируешь? Серьезно? А почему ты не построишь? О, стоп, стоп, стоп. Не-не-не, стоп. Мне вот это нужно, чтобы они убрали. Мне нужно, чтобы убрали. Так, по поводу неподключенного электричества. Ах, неподключенный. Так, связь. Значит, отсюда. Подожди, а почему ты не хочешь? Да ладно, тебе что, не достает вот этот, что ли? Да он. Серьезно? Ну, давайте сейчас демонтируем.
И переставим электроэнергию, например, нас, вот сюда вот. Так, вот они забрали эту штуку. Так, стены, какая у меня была стена, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это, да? О. Так, вы построили, а вы-то что не строите, а? Ну, да вы что, издеваетесь, что ли, а? Каждого назначать? Да я запарюсь-то каждого. Так, вот. Давайте постройте здесь. Да, маловато у нас людей. Я, правда, не знаю, как их еще можно ли привлечь. Так, и нам нужна мебель. Значит, у нас есть лампа, либо настенная лампа. Я вообще настенную лампу предпочитаю. Во-первых, она не очень занимает много места. Ну, я надеюсь, да? Хотя... Так вот. И... быстро работает освещение также по моему уровню комфорта на корабле. А, и быстрее работы, да? Ну, окей, значит. Я, правда, не знаю, насколько она далеко эта лампа работает. Вот сейчас непонятно слегка. Ну и давайте радиодействие, я не знаю, он подойдет, наверное, вот так вот. И... Вот так вот. Угу. Склад, кстати, надо было бы склад, неплохо бы, да? А где наши склады? Хранение, вот. Большое хранилище, маленькое хранилище. Но это у нас. Ну это у нас большое, да? Давайте еще маленькое, наверное, сюда. Больших, хотя можно и больших клик. А, нет, он не вместится, да? Блин. Может, там вот эта вот фигня стоит. Снабжение. А это, я так понимаю, строительный станок. Да-да. Давайте его переместим. И сюда как раз поставим склад. Правильно? Правильно. Вот. А туда сейчас склад поставим. Так, и здесь у нас электроэнергия, которую мы можем связать. Хотя и вот это вот можно вообще демонтировать. Расширьте корпус корабля. Расширьте корпус, чтобы в нашем распоряжении было больше места для установок. Сделать это можно в меню строительства. Для меня строительство корпус. Ага, окей. Хорошо. Но прежде этого мне нужно вот отсюда дотянуть. Ну, я же... Нет, или я не выберу? А, понятно. Так, обрубаем пока что. Обрубаем. А вот для этого мы... Я ж тебя крепил, как же ведь, а? А, вот, до этой штуки, блин, надо доводить. Ты ж маленький радиус, серьезно? Ты ж маленький радиус, здесь и связи. Ну, 4, а тебе что надо? А, ну давайте. Так, ладно. Какой-то странный, да. Так, ну, я надеюсь, комфорт у нас сейчас повысится.
Да, вроде бы сделали все. А вот это единственное. Ну-ка, кто-нибудь, придите сюда, а, на свой приоритет логистики. Ну-ка, приоритет, ну-ка. Максимальный. Во, давай, 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 утаскивай отсюда все это. Так, и нам нужно расширить корабль, да, модификация, корпус. Активируйте предоставленную в плане зону, создавая реальную схему средств корпуса. Ты серьезно? Тут еще можно так... Прошу прощения, можно так планировать. Строительство корпуса. А вот это что, прошу прощения, это наш... А, скорее всего, мы там что-то добываем. Здесь что-то мы добываем, да? Пост не занят. Ну-ка, связь. Хотя это может к нам, кстати говоря, привести к тому, что... Ой-ой-ой. А вдруг кто-то прилетит? А? Пираты какие-нибудь? Да. Так, углерод. А, добыча. Ну, давайте мы, значит, добычку. Пятерочку здесь сделаем. Здесь пятерочку сделаем. Да. А, эту тоже пятерочку. Во. И здесь пятерочку. Как-то так. Да, вот они побежали. Да, они побежали, я так понимаю. Во. Или они полетели, да? Полетели же ведь? Да, слушайте, прикольная, прикольненькая игрушка такая. Ну, правда, графически она, конечно, не ахти, но прикольно. Так. То есть они все разлетелись. Вообще зря я, наверное, по 5 штук, наверное, по одному вот так вот, да, сделать. Может, я так перегнул слегка палку с 5 там. Да. Так, вот у нас такая вот база получается, да? Да, слушайте, то есть мы можем, ну, открыть, да, вот стенки вот такие вот показать. Вот это у нас, о, нифига себе. Прикольненько. Так, наверное, вот так вот я сделаю, чтобы понимать, где что стоит. Так, давайте модификация строительства корпуса. Я единственное, что не знаю, как правда. А, вот, мы вот так вот можем, да, продлевать, типа. Ну, окей. Давайте вот так вот. Правильно же я сделал? Надеюсь. Негде отдохнуть, Ратин. Почему негде тебе отдохнуть? Вот, объясните мне, пожалуйста. Я вас же вам поставил. Ну что за жизнеобеспечение? Так, где наши мебели? Стул, кстати, да, им же надо стол, диван. О, давайте диванчик. Ух ты, ёперный театр. Серьезно? Ну давайте диванчик. А, может быть, отдохнуть в плане, что им негде. Строительство нельзя. Вот так вот. Ну, правда, с электрогенератором как-то сидеть не особо, да, я думаю. Да, я думаю, что не особо. Ну, давайте стульчик поставим. Пусть они отдыхают здесь, наверное, вот так вот. Мы возле парочку поставим стульев. Расширим немного базу, и тогда, скорее всего, тогда им будем строить еще нам мебель. Но по сути, игра состоит в том, чтобы вот наш корабль, да, на корабле все обустроить и сделать такой большой, большой-пребольшой корабль, в котором будет куча-куча всего. Да, ну и я так понимаю,
летать по галактике, да, ну поскольку мы отсюда все ресурсы, наверное, добудем, потом как-то надо будет перебираться, хотя может быть и... Хотя, может быть, да, может быть, и нужно будет как-то перебираться. Обзор системы. Щиты. Постоянно работают члены КВ, выполняют задачи на протяжении всего рабочего. А, понятно, при необходимости. То есть здесь некие приоритеты, да, мы приоритеты задач даем им. Кто что чем занимается. Это, кстати говоря, мне напоминает очень много игр, когда... Во многих сейчас играх, да, можно приоритет кто-то медицинный, кто-то стрельбой, кто-то там тем-то делает и так далее. Да, и да, мы летаем. Слушайте, мы, наверное, вот на корабле как раз здесь, может быть, добудем ресурсы, да, потом... Слушайте, довольно-таки галактика. Ух, ёпперный театр. Ну да, довольно-таки приличная галактика. Тем более в каждой из того систем, видите, да, здесь сколько точек. А это мы только с вами на одной. Ну да, слушайте, прикольно, прикольно. Так, склад. Давайте склад быстренько поставим. Ресурсы, хранилище, я все забываю, что хранилище нужно. И вот так вот один склад замутим. Я думаю, как раз будет куда... Как это не хранит? Логистики, приоритет. Давайте... Высокий вот так вот уровень, да? Да. Ну, возможно, они же там будут что-то, да? Должны как-то туда чего-то создавать. Ну, такая пиксельная, да, графика. Ну, издалека более-менее чем нормально смотрится. Издалека. Можно, знаете, вот... Не так это режет глаза. И я понимаю, что некоторые говорят, что, ну, разработчики опять же говорят, и картиску как раз говорили мне, в общем-то, писали о том, что чем, почему пиксельную лучше создавать, потому что в нее можно напихать много-много всего, да, и любой компьютер это может, так сказать, переварить, ну, как Minecraft, предположим, да, что на большой-большой хорошей графике, то и потребление ресурсов должно, в общем, быть охеренно какой им компьютер. Так, гипертопливо. Слушайте, нам надо было бы, чтобы у вас в РФ было больше мест для установок. Делать его можно. Ну, так а я же... Или я как-то не назначил строительство, а? А, идет строительство, да, желтое. Типа. Но если честно, я как-то особо не замечаю, что идет строительство. Я бы им, знаете, что сделал? Я бы им пожать пища. Производить для роста культур, для работы нужен углерод. Ага. Рассадник с освещением. Слушайте, прикольно. Прикольно. Цоны. Цоны СО позволяет членам КВА скрывать и разделать разных существ. Настройки приоритет медицинской задачи, чтобы кто-то из членов КВА выполнял эту работу. А, то есть если мы что-то обнаруживаем, да? Ну пусть он где-то вот здесь пока постоит. Шлюз. А, это шкаф хранится, скафандр для вашего экипажа. Да. Слушайте, а где у нас шлюз? Слушайте, нету что ли? У нас шлюза нету? Серьезно? Ну, они же должны, да, как-то делать. Ну, здесь же должны работать. А, вон, смотрите, что-то делается. А как его и куда его, вот интересно, то есть вряд ли он так будет размещаться, да? М-м-м.
здесь. Так, да, только. Ну, мы расширяем. Если они расширяют корабль, да, вот пусть расширение идет. Угу. Так вот, а, вот они тут. А, вот они, да. Шлюз, капсульный ангар. Слушай, для базовый ангар для буровых и прочих капсул. Угу. Шаттл действует как базовый ангар для одного из шаттлов. Возможно, строительство новых шаттлов, если из ангара мне существующие. Да? Ух ты ж. Слушайте, интересно. Это, скорее всего, вот... Вот он, да? Вот. Да. Но эти нам хватают. У нас, тем более, не так и много народу. Я думаю, они как-то будут... Возможно, они как-то будут размножаться. Я надеюсь. И я так понимаю, что у нас корнеплоды, да? То есть, если у нас пища закончится, это будет фигново. Угу. Искусственное мясо. Так, давайте им сделаем тогда пищу. А вот в чем отличие вот этого от этого? Вроде бы ничем таким, да? Только ли... А, миниатюрный. Хотя и тот миниатюрный. Разница только в необходимых ресурсах, да, и... Но добыча при этом, она... стандартная. Давайте пока будет здесь все это, я потом мы отдельно сделаем им чего строительство невозможно. Примечай перенос ресурсов между кораблями осуществляется по умолчанию, это можно иметь. А, ты вот так вот не хочешь, да? Ну хорошо, а здесь ты будешь строиться? Невозможно, да? Хорошо, а так? Так сможешь. Ну, хорошо. Столовую мы тоже сделаем им. Но главное, чтобы они как-то вот этот вот... Так, где наши люди? Медицина. Рабочим. Так, рабочие операторы. Нормальные, да? Щиты... Минимум. Ну, в принципе, да, навигация пока минимум. Максимум, да. Я бы на самом деле вот это бы... Вот так вот сделал строительство. Строительство на максимуме. Да. Строительство на максимуме. Техобслуживание, добыча, добыча, вот эти, ну вот этот будет, да, возможно, вот этот как раз будет минимально, а остальные вот эти, точнее вот эти минимально, а это нормально, то есть он будет ходить. Так, и у нас логистика, вот, они пошли спать, молодцы, молодцы, ребята, прям молодцы. Ладно, вот такая вот серия, как говорится, первый такой взгляд на игрушку. Слушайте, ну вот первое впечатление довольно-таки хорошее. Я не, ну, графику я уже не буду обсуждать. Вы все прекрасно знаете, что я не особо любитель вот этого пиксельства. Но вот в плане того, что здесь намудрили, да, вот всякие модули, защитные модули, операционные. В общем, да, здесь только разбираться, строить. И непосредственно смотреть, что дальше будет. Игра, скажем, не на 1 час, не на 2. Даже я думаю, что не на сутки. Может быть, даже очень-очень надолго. И, возможно, может быть, на стрим моего, да, на стрим, как говорится, поработать. Чего вы там... Вы срать хотите? Ну, просто здесь какашки какие-то, наверное, в туалет. А есть у них туалет?
Помогает оптимизировать распределение, поддержание определенного газов на корабле. Да? Ага, то есть тут еще и нужно вот за этим следить. Ага. А туалет-то у тебя есть, а? Вот интересно. Или они как-то... Или они не ходят? Да, называется, хотел, так сказать, закончить, да? И вот сразу пришел такой вот вопрос, действительно. А? Не, не сказать, чтобы здесь прям очень много контента. А, вот, туалет, слушайте, есть. Туалет, точно. Да, туалет, давайте. Да почему тебе невозможно? Хорошо, ну давай тебя чуть-чуть сюда передвинем. А, им нужен какой-то простор, да, так я понимаю. Давайте высокий приоритет, а то как-то, да, нагадят не очень-то хорошо, если они сейчас нагадят нам на пол куда-нибудь. Правилам. Что у нас здесь? А, и здесь нет правил, нет особых правил. То есть здесь можно заперещать, да, при ликвидации, правила максимума, правила доставки, минимума. Да, ну давайте правила доставки, да. То есть мы можем, например, не менее... А почему не более... Ладно, пусть они сюда носят, что хотят. Вот, все. Да, так что оставляйте комментарии, пишите, что вы об этом думаете. Дайте дизлайки на ваше усмотрение. Ну и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся.